Добрый день, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. С вами Витек, а также мои друзья. Денис. Олдгеймер. Серега. И сегодня мы заканчиваем какую уже? 11-ю кампанию Left 4 Dead. Итого останется две. Так что финал уже совсем близко. Ну, нет, я вообще думал раньше 12. О, монтировщик валяется. А она круче, она круче для фигни для крикета. Ну да, вон она. Перезаряжаю! Здесь оружие! Ой. Короче, защищаем аэропорт Шереметьево. На, Витя, и монтировка. Где, где? А, вот. Я и с этим. Осторожно! С автоматом, а то я в основном только это, махаюсь. О, а я повыбить. Ой, нифига себе, дверью шандарахнула парня. Ой, 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 ой. На так. Ой, перезаряжай. Прекрасный выстрел. Эй, битвы как тройники, блядь, крикета. Как рейкер. Что нафиг, я хочу убить того. Ну да, это ты бегаешь. Ой, накурил какой. Фу. Беломор дешевый. Все, зачистка аэропорта Шереметьево начинается. Нифига себе, этому строителю даже кашка не помогает. Хотя может и пухова ваша. Прыгай, жента, нифига, я охотник этой битвы. Мы можем пустить в эту кучу фургон. Вот они! Какой-то он сам сидит без двойки перевалка. Кажется, что это не так. Сука! Ну что, на канал? Ну давайте же, пошли! Тут вы друг. Так, я таких друзей, как я до этого уже не рассказал. Перезаряжаю! Амбал, ты еще дебил? Ну это еще вопрос, кто кого бьет? Не, главное, мимо расчет. Я перезаряжаю. Блин, это я офигел. Это что тут за каракатица нарисована? Гета, блин. Догоню, догоню, тварь. Догоню, догоню. Тут оружие. На. Блин, не догнал. Так, вот это у нас багажное отделение. Вот наркоту не упалось. Гасите свет. Так, багажный отсек. Гасите свет, пошел нафиг. Хныкал какой долбаная. Где ты? Ну где ты, где? Перезаряжаю. А, она прям там у входа. Так, что ж это будет? Вот где, на базу? Ой, здесь да, есть оружие. Кайся, вот туда. Выйдите в оба. Стой, стой, подожди, 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 подожди. Я сейчас убью. Ох, ты понадобил. Замечательный. Здесь полно оружия! А мне, знаете, показалось, написано. Перезаряжаю! Геймер нагнул ведьму. Я же не буду говорить как. О, ее точно хорошо. Здесь оружие! Где какое? Прекрати, Билл! Перезаряжаю! Хрен тебе в зубы! Там орёт. Здесь есть коктейль Молотова. Ой, нафиг его. Сам что-то курит, а иди мне дает.
сигнал. Кстати, надо прорываться. А, патронов все. Я тоже. Перезаряжаю! Блядь, какие? Граната! Выход какие? Смотри, веселей. Господи. Тебе нужно подлечиться. Куда идти, наверх? Да-да. Дай быстро, иначе я чья покойник. Что? Нет! Нет! Дурочка по-ваше, Да не там гитары, что блин, черт возьми, меня ранило! Мне нужна помощь! Эй, больно! Тихо, спокойно! Я помогу тебе встать! Блять, ну я ж по тебе стрелял! Я не помешал бы помощь! Чёрт, хотя бы меня никто не достанет. О, извини, это я в дыму тебя испытал. Чё ты там несёшь, строитель, блин? Иди на ЖБК работай, правитель. Прекрати! Чёрт, гляди, куда стреляешь! Вы еще в себе как поверили? Меня ранило! Блять, я никому не поверил. Мне нужна помощь! Ну чё? Да хватит уже! Ты в порядке? Всё, давайте бежать. Идите внутрь! Но все равно... Нахрена себе прогулки? Я тяжело ранен, ребята! Кому-то ой, пора использовать аптечку. Зелёная посадочная. Я уже под конец без патронов просто монтировкой отгонял их, блин. Ок, я их и так монтировкой мочу все время, можно сказать. У меня патроны кончились для калаша, блин. Ну это еще цветочки, сейчас эти ягодки будут, блин. Фу, блин, наоборот, это были ягодки, сейчас бы... Я чувствую себя так, совсем. Слухи. Мне нужны эти. Что-то уровень, знаете, нужно уровень походит очень на тот, что когда мы улетали. Это бомбануло, да? Что-то самолет. Осторожнее с оружием. Уже. А, так мы же сходить походили, да, я помню. Ну да, это мы очень хорошо. Моя гитара! На записи очень много похоже. Это жена была сюда. Ты мой первый слушатель! Нет, 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 н
жутко наблевано. О, Серега, твой друг где-то. Перезаряжаю! Как от них, как ВК, заблокировать? Такое. Перезаряжаю! Перезаряжаю. Точнее, наблевал. Где ты? Блин! Сзади! Видишь, как они тебя делают? Я перезаряжаю! Перезаряжаю! Нормально все, вообще прорвемся. Что-то попавшись. Перезаряжаю! Так, я подъекую. Прикройте меня! Ой, не получится здесь. У нас тут проблемка. Ой, где-то... Отпализы. Перезаряжаю! Ну что, сюда на пулемет его выманите, мы его расстреляем. Так, мы бежим. А где он? Эй, Амбализа, ты где? Я его тоже не вижу. Вот патроны! Я его слышу. Это... А, вон он где-то с другой стороны. Здесь есть аптечка. Стой! Ахухатка! Друг, перезаряжаю! Отличная работа, сэр. Здесь боеприпасы. Перезаряжаю. Вот, он у себя, пойми. Ой, опять труба. Серега. Тебе нужно подлечиться. Здесь есть аптечка. Ты ж ты рёшь, что же я сделаю? Ага, можешь и так. Здесь он? Аптечка. Опять главное, трудно. Берите аптечки. Перезаряжаю. Прекрати уже. Перезаряжаю. Я Серегу потерял. Перезаряжаю. А, вот. Опять этот... Где твой друган? Блин, он у меня... Уберите постреляю! Он нас как под пулеметом. Я не знаю... Блядь! Ай, меня обмажут! Меня! Пробило! Ой! Ты порядка? Блядь! Лоис! Смотри, куда стоять! Ай, амбал! Блин, амбал! Перезаряжаю! Они мне дадут пушку? Боеприпасы. А я сам не могу вылечиться. Все, самолет. Раздербанили. Но было жестко. Я сейчас прочитал. Выжившие спалились бы.
На чем это они спалились, блядь? Не знаю, на античите. Зомби с гудмодом убивали. Вой, Сереги, 6 выходов из строя, не 8 утечек использовали. Ни одного шприца, ни одного дефибриллятора, 2 бомбы. Я адреналинщик. И шарнуем все разочек. Ора, рукопашная, да херища убит охотников такой. Ой, толстых 10 штук. Ну, убит охотников я на первом месте. Данил 5 штук убил. Жек, и он прыгунов 7. Короче, твоих друзей много убили. Реже стоял по своим, я, нифига себе. Заражу, нас так нормально, мы постреляли. НАТО, защитил наибольшее количество членов команды, я почему-то. Не, опять у нас точно с тобой херовая, да что ж такое-то? А у меня... Ой-ой, у меня вообще 11, блин. Короче, есть терминатор, блядь. Короче, я на первом месте по точности. Ну... А 1800 зомби, так нормально. Даже больше, чем в той компании было. Ну что такая у нас веселая получилась компания, но это уже, как говорится, у нас осталось еще их две, и уже будем смотреть в следующих сериях. В общем, очередной раз якобы спаслись... Но там якобы что-то пойдет не так, и нам опять придется, как говорится, отстреливаться, отбиваться и прочее. Так что, в общем... Интересно, что будет в финале, блин. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачного дня, вечера, ночи, хорошего настроения, всем удачи и пока. 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 Всем пока, друзья, надеюсь, что до скорых встреч. Пока.